Бои в рукопашную, на мечах, с оружием и без. Искусство кунг-фу насчитывает больше 120 стилей. Несмотря на то, что в Алтайском крае школа кунг-фу появилась совсем недавно, восточная техника покорилась быстро. В списке лучших кунг-фуистов мира наши спортсмены уже не первый год. Вот и сегодня на международном турнире, который собрал рекордное количество участников, они демонстрируют высший пилотаж. Чего не футбол? Исполнишку скучно, бегать просто. А здесь? Ну, здесь судят, здесь волнение, здесь места получаешь. Вдохновить юных спортсменов на дальнейшие свершения приехали титулованные легенды кунг-фу. Среди них «Мать драконов» – есть такой титул. Главный тренер сборной Китая по кунг-фу, 19-летний чемпион, не проигравший ни одного боя, и другие звезды. Глядя на них, говорит трехкратный чемпион мира по кунг-фу Владимир Сурков, наши спортсмены постигают всю мудрость древнейшего боевого искусства. Кунг-фу – не просто спорт, это целая философия, это смысл и образ жизни. Поэтому здесь основная задача, конечно, воспитание молодежи. Воспитание нравственной, здоровой молодежи. После турнира прошел круглый стол с участием мастеров кунг-фу и краевых СМИ. Титулованные спортсмены рассказали обо всех тонкостях вида спорта, а также выразили надежду, что в Алтайском крае это боевое искусство с каждым годом будет только набирать обороты.